Bugün Xarazm vilayəti Xuludi Oxucuların Mələkəsinin açılış mərkəzində Klass Zor layihəsinin ikinci basıcıya start verildi. Və bu test cərəyanlarda bəzi tümənlərdən oxucular fəal qatlaşmaqdalar. Bugünkü cərəyanda Rusiya Federasiyası Gersin Universitetinin mütəxəssisləri operatorluq qılıb. Metodistlər Çaronova Natalya Grigoryevna və İbrahimova Farida Rashidovnalar cərəyanı alıb barmaqdalar. Сегодня у нас проходило тестирование педагогов. Педагоги к нам приехали на тестирование не только с Хорезмской, все с Хорезмской области, но районы были разные. Тестирование было организовано вместе с педагогами Центра повышения квалификации. Они нам оказали большую поддержку. Сами педагоги настроились положительно, позитивно. У нас не было никаких нарушений во время тестирования. Все педагоги поняли задачу. И даже те, кто сначала, когда стал тестироваться, как-то чуть-чуть не у всех есть умение владеть компьютером, но в процессе тестирования как-то эти умения были отлажены. Вот. Ну, что хотела сказать. Некоторые пришли чуть-чуть попозже. Мы все равно включили их. У нас есть в обязанностях такое разрешение. Ну, тестирование проходило, в общем, прошло позитивно. Вот. Некоторые интересовались уже результатами своего тестирования. Это будет попозже немного. Ну вот, наверное, все. У меня впечатления положительные вот, остались от общения с педагогами. Вот, я думаю, что то тестирование, которое будет в пятницу, вот, оно пройдет ну, как-то побыстрее, полегче. В Хорезмском региональном центре переподготовки и повышения квалификации работников народного образования продолжаются работы по реализации проекта «Класс ЗОР», организованного совместно с Санкт-Петербургским педагогическим университетом имени Герцена. Сегодня в центре организован второй этап тестирования, и в этом нам большую помощь оказывают методисты университета имени Герцена Чаронова Наталья Григорьевна и Ибрагимова Фарида Рашидовна. Ну, до начала тестирования, значит, несколько раз по графику были организованы онлайн-семинары, на котором рассматривались актуальные проблемы обучения русскому языку как иностранному.